А кто сейчас на вахте? На вахте представители Азербайджана. Ну, не волнуйтесь, друзья. На берегу Каспийского моря все в порядке. Просто радист просит 3 минуты молчания. Есть на море закон, тот закон продиктован отчаянием. Замирает морзянки комариный призвон. 3 минуты молчания, 3 минуты молчания, 3 минуты для тех, кто стихией сражен. Сос, сос, усветичайся расстояние. Сос, сос, через шторм и тайфун и снег. Значит, гибнет корабль, если в эти минуты молчания вышел бы пир человек. Но однажды лишь раз тишину 3 минуты хранимую, чей-то голос ворвался сквозь молчавший мир. Это ложь, я люблю тебя, и поверь мне, любимая. Он кричал, словно звал на подмогу весь мир. Сос, сос, усвети через все расстояния. Сос, сос, через шторм и тайфун и снег. Значит, гибнет любовь, если в эти минуты молчания вышел бы мир человек. Все радисты земли, кто слыхал этот голос отчаянный, то зыбные в журналы не посмели вписать. Ведь недаром же созданы 3 минуты молчания, и любовь, как корабль, ее нужно спасать. Сос, сос, усвети через все расстояния. Не погибнет любовь, если в эти минуты молчания вышел бы мир человек.